чему снится день рождения, можно выяснить, проанализировав атмосферу, в которой проходил праздник, что при этом дарили, все ли пришли на торжество, как поздравляли. Свои толкования предлагают Миллер, Лофеф, Ванга, Хассе, Цветков, Фрейд. Сонник Миллера, день рождения во сне. Празднование собственного дня рождения для молодого юноши может предвещать грядущие финансовые сложности, а также различные трудности из-за предательства людей, которые были его друзьями, или он считал их таковыми. Собственные именины во сне зрелого или пожилого человека означают появление в жизни неурядиц или каких-либо ограничений. Приснилось день рождения, трактовка по Сонику Лоффа. День рождения может трактоваться по-разному, все зависит от атмосферы и происходящего. Если о празднике известно многим, вы видите яркие картинки подготовки к торжеству, пришедших друзей, поздравления, подарки, веселье, тогда сон говорит о том, что вам комфортно в обществе, вы жаждете встречи веселого времяпрепровождения. Если же атмосфера противоположная, а праздники все позабыли, вы огорчены, настроение мрачное, тогда и трактовка будет совершенно другой. Второй вариант свидетельствует о том, что у вас есть необходимость быть более значимым в жизни других людей и обществе в целом. Чтобы правильно истолковать такой сон, необходимо проанализировать собственные чувства и ощущения, вспомните, кого вы видели, с кем общались, кто проигнорировал ваш праздник, насколько явно и демонстративно это делалось, что вы чувствовали. Также важно обратить внимание, как вели себя люди при напоминании о вашем торжестве, включая намеки и вербальные признаки. Возможно, вы испытываете нехватку внимания, чувствуете себя чужаком в той среде, в которой сейчас находитесь. Если вы подозреваете, что о вашем дне рождения могут забыть, но не хотите напоминать о нем, тогда, вероятно, снящиеся люди для вас дороги, и вы хотите, чтобы они уделяли вам больше внимания. Если же вы рассказываете о своем дне рождения, а люди в попыхах извиняются и продолжают заниматься своими делами, тогда, возможно, они специально используют дефицит общения для достижения каких-либо целей. Также стоит обратить внимание на преподнесенные подарки, как они были подарены, что при этом вы чувствовали и что именно это было. Сонник Хассе, день рождения. Празднование своего дня рождения, согласно Соннику Хассе, означает долголетие. А если снится чужой праздник, это может свидетельствовать о скором появлении множества радостных событий. Толкование сна, день рождения по Сонику Цветкова. Значение сна зависит от того, чей это день рождения. Свой праздник может предвещать успешный исход тяжбы или долгую жизнь. Чей-то праздник толкуют как появление приятных событий. Если вы увидели во сне празднование дня рождения новорожденного, для мужчины такой сон может означать угрозу, а для женщины успех, особенно если приснилось чудище или загадочное животное. Сон о дне рождения, трактовка Ванги. Ванга утверждает, если что-то праздновать и пить при этом шампанское, значит, наяву потерпеть неудачу, причем из-за собственного придирчивого и требовательного отношения к окружающим. От людей нельзя ничего требовать, они сами дадут то, что считают нужным. В первую очередь, вы сами должны быть добры, тогда и в ответ получите то же. Если во сне вы открываете бутылку с алкогольным напитком, это предрекает большую ссору, причем виновником вы будете сами. Результатом событий будет лишение доверия и поддержки важных или влиятельных людей. Увидеть во сне день рождения, трактовка по Фрейду. В соннике Фрейда точной трактовки дня рождения нет, но пить шампанское и что-то праздновать, означает поссориться, причем из-за какой-то мелочи. Чтобы предотвратить неприятности, лучше какое-то время не встречаться со снившимися людьми.